куда смотреть-то? Сюда, в дырочку. Получается? Так себе. Окей, сейчас будем делать сложный дрилл. Сложный дрилл с кучей деталей. Но в принципе, после, если его освоите, значит весь проход освоили. Садимся вот так, как гопарь. Товарищ делает два крючка, как бы бутерфляй. Одной ручкой берем ворот, рука с внешней стороны колена, это важно. Мне надо вот так сейчас брать. Вторая с внешней стороны колена за штаны. И теперь я начинаю смещаться в сторону. Вот это колено пойдет как на неслайд. То есть я смещаюсь в сторону, приподнимаю таз, и колено идет как на неслайд. Да, смотрите. Голова, подбородок. Вот я пришел в эту позицию, где мы только что были. Что ты лежишь, кайфуешь, руки к себе. А да. Чтобы видно было, что когда снимается. Что я делаю теперь, смотрите. Поворот голенью. Поднимаю вверх, колено вовнутрь. Вторая нога, колено. Оттягивает его ногу назад. Хочу посадить его на шпагат. Голова максимально глубоко, вторая рука. Хочу средним пальцем взять его за подмышку. Освободившаяся рука берет его за штанину сверху. Бэкстеп. Поднял штаны, ногу обратно. Бэкстеп. Поднял штаны, ногу обратно. Окей. Очень много шагов. Давайте сделаем два этапа, окей. Первое. Работаем ногами. Сидим как гопарь, ворот, колено. Смещаюсь. Смотрите, поднимаю таз, колено смещается. То есть я делаю такое движение. Да, смещаюсь в сторону. То есть хочу коленом задавить его в сторону. Вот такое движение. То, что мы делали в предыдущем. Помогаю повернуть его с рукой. Смещаюсь. Колено в пол. Голова в подбородок. Нога. Поднял. Колено задавил. И коленка. Открыл. Все, пока этого достаточно. Привел его вот в такую неудобную позицию. Делаем. Раз, два. Джиу-джитсу?